Всем привет, наши дорогие друзья. Варечка, будешь здороваться? Всем привет. Молодец, всем привет. Желаем вам отличного настроения, всего самого наилучшего. У нас вроде бы сегодня обещают дождик, тучки ходят, ну дай бог, чтобы полило, потому что очень-очень душно, парит уже несколько дней, возможно, нас дождик и порадует. Варечка тоже на улице бегала, уже вся он красная, она у нас загорелая, вся такая, как прям тетя Марина. Тетя Марина, а вы заметили, маленькие дождь идет? Маленькие? Ну, это вон оттуда капельки попадают с той тучки, а так пока у нас еще дождя нет. Это считается не дождь, это остатки роскоши. Вам желаем отличного настроения, оставайтесь с нами, смотрите, какой у нас сегодня будет день и чем мы будем заниматься. Мы съездили на почту, забрали большую посылку. Я вам сейчас подниму, покажу. Вот такая вот пришла большая посылка. От любимого Василька. Василек нас балует и радует. Я сейчас все достану оттуда и поэтапно вам покажу. Открыли мы мешок. Это, думаю, что такое? Это Саша открывал заранее мешок. Ну, что вот эта заклепка. Достали, убрали, чтобы сильно не шуршать. Достали мы накладную. Ссылку на интернет-магазин Василька мы оставим в описании под видео. И ссылку на Инстаграм тоже оставим в описании под видео. Ну, будем смотреть, что же мы заказали у любимого Василька. Так, ножницы где-то у меня здесь. Начнем. Так, носки детские для мальчиков по 6 штук на 5-7 лет по 16 рублей. Так, это у нас вот эти такие вот носочки. Сейчас я постараюсь открутить быстренько. Вот это ножик. Сказала ножик, сама ножницы взяла. У меня как всегда. Вот такие вот носочки детские, хлопок. Взяли мы для Димы. Потому что там других размеров не было, но они тянутся. Мы уже как-то раз брали, и Ярославу они были большеватые, а Диме подошли хорошо. Поэтому заказали на 5-7 лет, но они тянутся очень хорошо. Вот здесь вот разные расцветки, от светлых до темных. И за 6 пар получается 96 рублей. Так, футболка «Женская королева». Это мы заказали для Светланы. Светочку позовем, она примерит, вам покажет. Я вам сейчас открою, покажу. Так, 295 рублей, 42 размер. Я думаю, что ей будет хорошо. Мы ее пригласим, она померит и нам покажет. Я сейчас в сторонку уберу. Дальше, следующая по списку, майка мужская. Это для Саши мы заказали. 60 размер, стоит 254 рубля. Тоже попросим Сашу померить. Она обычная черная вот такая майка. Без каких-либо рисунков померить Саше. Надеюсь, я не маленький размер ему заказала. Так, следующее. Носки женские короткие. Вот такие взяла я на всех. На девочек, на Светлану также. Сейчас открою. Тоже и светлые, и темные. Цена их 27 рублей за штуку. Вот такие тоже вот коротенькие они. И светлые, и темные. Это уже девочки выберут на свой вкус, кому светлый, кому темный. Поделимся. И за 6 штук получается 162 рубля. Так, следующий у нас. Футболка для мальчиков. Динозавр. Но это для Тимофея. Сейчас я достану. Цена ее 158 рублей. Он у нас мальчишка худенький. На 11 лет померить тоже попросим, если не застесняется, покажет вам, как он в ней будет выглядеть. Но здесь рост 146. Мы даже Саше его замеряли, рост у него был 140. Мы взяли 146. Надеюсь, понравится. А следующий у нас идет мужские трусы. Так, мужские трусы. Две пары получается по 207 рублей за одну. А, нет, в упаковке, получается, за упаковочку, где они, вот, Саши взяли. Ну, их показывать я не буду.
Дальше, следующий у нас по списку идет костюм для девочки Зайка с бантиком. Это у нас для Варвары. Так. Футболочка идет вот такая. И вот такие шортики. Надеюсь, хорошо будет видно. Варвару тоже пригласим, она померит. И костюм стоит 307 рублей. На 7 лет. Вот рост 122. Надеюсь, не ошиблись мы с размерами. И Варечке понравится тоже. Померит. А дальше носки детские для мальчиков. А где у нас еще носки? Вот. Для мальчиков. Так, 150 рублей за упаковочку. По 25 рублей за одну пару. Также они идут от светлых до темных тонов. Но это уже Ярослава. Также для детского садика и для школы. Спасибо большое любимому Васильку. Шорты для мальчика. Это мы заказывали также Тимофею. 149 рублей. Так, это у нас... Они... Так, двое мы ему заказывали. Вот такие вот шорты. Я надеюсь, тоже они ему будут как раз, потому что он у нас худенький. Две пары ему. Также он придет, померяет. И вторые такие же. Цена одинакова. Так, я уже говорила, да, 149 рублей. И вот одни 149 и другие 149. Так, следующий у нас идет одеяло луговые травы комфорт. 200 на 220, 1188. Сейчас я тут отрежу. Прям хорошо упаковали, чтобы места мало занимало. Да, вот луговые травы, одеяло 200 на 220. Я сейчас открою, покажу. Это одеяло мы заказали для нас с Сашей. Одно большое, чтобы не укрываться разными. Ой, тоже мягкое, воздушное такое. Вот так оно выглядит. Все, укуталась. А, и меня нету. Убрала я одеяло. Следующее одеяло идет у нас для Оли. Она взяла себе 140 на 205 по 520 рублей. Так, это у нас бамбуковая роща. Это для Оли. Сейчас покажу. Тоже беленькая, воздушная, везде все прошитое. Прям мягкое-мягкое. Так, легкая, всесезонная, теплая. Но она правда очень-очень легенькая. Под одеяльники не будет чувствоваться даже. Так, следующая у нас идет подушка душевная. 553 рубля. Это, наверное, для Юли. Что-то я все теряю. Тоже аккуратненько открою, чтобы не порвать нигде ничего. У любимого Василька очень большой выбор в интернет-магазине и детской одежды, и постельного белья. И даже для бани, для сауны есть. В инстаграме еще больше выбор. Так, это для Юли. Хорошо, я подушка душевная. Так, 70 на 70, да, 553 рубля. Она на пуху. Вот такую Юля заказала себе подушечку. Она говорит, не хочу я никакие вот такого же плана. Хочу, чтобы она была на пуху. Здесь написано полупуховый, второй категории, наполнитель полупуховый, да. Вот такая вот подушечка. Но она массивная, как Юля любит, большая. Следующая подушечка у нас идет для Каролины. Каролины маленькие подушечки, но она любит спать на подушечках такого вот плана, как я вам сейчас покажу. Это подушка эвкалипт.
50 на 70 у нее размер, цена ей 625 рублей. Я читала про эту подушку и выбрала именно ее. Вот такая она выглядит. Здесь написано подушка эвкалипт 50 на 70, ткань чехла, хлопок 50%, ПЭ 50%, эвкалиптовое волокно 50% и полиэфирное волокно 50%. Вот такая вот подушечка. Вот такие у нас получились покупочки от любимого Василька. Спасибо ему еще раз огромное. Ну, а мы сейчас будем делать обзор вещей. Померили вещи, которые пришли. Светочке футболочка хорошо. Свет, повернись. Со спинки тоже нормально. Вот. Прям хорошо. И Варечке костюмчик тоже хорошо подошел. И Тимоша. Тимоша померил только пока одни шорты. Ну-ка, Тимофей, повернись. Все нормально? Ну вот она как раз ему. Он у нас худенький, поэтому компактный. Нравится? Да. Ну ладно, бегите. А я тут уже упаковала. Кому интересно товары от Василька разные, там очень большой выбор ассортимента. Ссылочку мы также оставим в описании канала, я уже говорила под этим видео. Проходите, смотрите, заказывайте. Спасибо большое еще раз огромное Васильку за все подарки. Спасибо большое. Ну, а я здесь уже упаковала на диван. И сейчас всем раздам, кому что пришло, всем. И носочки тоже поделю, раздам. Приехали мы на автовокзал, провожают наших гостей. И Саша тут, пока мы ходили за билетами, тут увидел такие вот шишки колючие на дереве. Конечно, что это вообще такое? Прям вот все-все усыпано дерево. Я покажу. Давай, покажи. О, Саша показывает. Дай видно, чтобы не мутно было. О, что у меня с камерой? Поправь. Во. Такая колючая, прям вся сильно-сильно. Я думал, что это адамово яблоко. Ты думаешь, это адамово яблоко? Ну, это не оно, это не оно. Нет, она больше да, должна она быть. Больше. Саша тут у нас потевший, мокрый ходит. Ты кепочку забыл, да? Забыл кепочку? Не, я в панамочке. Мы сейчас пойдем сфотографируемся около фонтана. Проводим, посадим и поедем уже домой. Ну, хорошая погода. Вроде бы обещали на сегодня дождь. Но не, еще пока нет. Анатолий с нами тоже провожает. Всем спасибо огромное. Возвращаемся мы уже от автовокзала, от ЖД вокзала, прошу прощения. Проводили мы наших гостей. Счастливой им дороги, всего самого наилучшего. Спасибо, что они побыли у нас. Мы так душевно поговорили. Дай Бог вам крепкого здоровья. И самое главное, всего самого наилучшего. Мягкой вам дороги, чтобы все-все было хорошо. Конечно, жарко очень сильно. И дорога, ну, она очень сильно выматывает. Мы возвращаемся уже в сторону дома. И Анатолий и Саша решили заехать искупаться на озере. Я вам там немножко еще поснимаю. Я уже сняла в машине шляпу, чтобы маленько голова отдохнула, потому что потеет, голова на солнышке заплетенная расплелась, поэтому прошу прощения за свою лохматость. Заехали в Магнит Кавказская. Здесь морковь по акции стоит 109,49. Вот такая вот. А здесь морковь молодая 139,99, 140 рублей. Вот такая вот морковь. По 140 рублей. Вообще. Лук здесь по 30. Так, свекла 98,99. Капуста по 34. Помидоры по 78. Ну, крупные 99 есть. Огурцы стоили 109, сейчас по акции вот такие вот страшненькие. И перец болгарский по 169 и 279. Этот вообще по 309. Баклажаны 194,99. Что, колбасу взял по акции? Хорошо. Здесь вот лежат огурцы по акции 17 рублей за штуку. Вот такие, посадил, вот, такие вот они испорченные. Что? Все представляете, что это лежит на витрине. Это в Магните. Сами цены на огурцы.
Я подумал, что эти вот сами опять растут. Огурцы. Серёга, ты еле вывел, блин. Так. А зачем выводить невкусно? Ну, капусту вилочку сейчас возьму на борщ. Цветная капуста красивая. По 219 рублей за килограмм. Что с овощами происходит? Вообще кошмар. Что, как вода? Парное молоко. Ем. Парное молоко? Ага. Ух ты, какая музыка. Вообще классно, да? Вообще классно. Саша такой весь такой, прям оживленный. Да. Прям хороший. Саранча сидит. Что ты тут делаешь? Сидит в кустах. Поглядывает. Четко Саша сейчас делает. Вот она. Классно. Среди колючек вот таких сидит тут. Как раз машина. А он еще рядом. Больше сидит. Где больше? О, правда, смотри. У нее жало есть. Ой. Ой, ее тут очень много. Ой, вообще целая куча ее. По всем местам. Саша тут пришел одеваться у нас. Да. Я весь все озеро не снимала, конечно, потому что много в купальниках, чтобы потом на Ютубе. А в машине лежат на заднем сиденье, чтобы потом на Ютубе не заблокировали нас. Но красиво здесь. Отдохнуть можно. А так визуально за моей спиной вот так. Там красиво, очень много. Песочный пляж тут. Там у нас Анатолий раздетый стоит. Всех показывать в кадр не буду, пока не оденутся. Ага. Саша говорит, Анатолий говорит, а ты что, не пойдешь с нами купаться? Саша говорит, купальник не одела. А я воды-то боюсь и плавать-то не умею, поэтому даже ножки не пошла помочить дома в бассейне. Я уверенно себя чувствую. Саша вон там подкалывает меня. Ну, сейчас мы едем домой. Приехали мы уже с Сашей домой, нас Юля встретила. Калитку такая открывает и говорит, о, говорит, уже приехали. Мы говорим, ну да, покушали мы с Сашей, переоделись. В этом видео мы с вами будем прощаться. Спасибо вам большое за вашу колоссальную поддержку. Вам всего самого наилучшего, отличного настроения. Спасибо еще раз, что вы с нами, несмотря ни на что. В этом видео мы с вами попрощаемся. Увидимся мы с вами уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.